Воспитанники воскресной школы сегодня отправились в паломническую поездку в Москву. Молебен в связи с отъездом провел настоятель храма Преображения Господня отец Алексий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. У нас традиционная поездка после Пасхи. Каждый год мы стараемся куда-нибудь поехать в паломническую поездку. Едем в этом году мы в столицу нашей Родины, в Москву. Обязательно будем на Поклонной горе, обязательно будем в Музее Победы, обязательно будем на Бородинской панораме. Конечно же, мы паломническая поездка, обязательно будем у Матронушки, в Даниловом монастыре, будем молиться на литургии и причащаться на Светлой Седмице. Это здорово, хорошо. Программа паломническо-патриотической поездки насыщенная. За 7 дней ребята посетят храмы, монастыри, соборы, галереи, музеи. Всего в Москву отправились 15 воспитанников воскресной школы. Дай Бог вам съездить везде, все увидеть, получить от этого пользу и быть послушными, внимательными, чтобы как раз вот поездка ваша была вам на пользу. Когда послушание, порядок, то и Господь нам помогает вот в наших делах. Паломническая поездка организована за счет грантовой поддержки муниципалитета. В этом году храм Преображения Господня одержал победу в конкурсе по предоставлению субсидий из городского бюджета некоммерческим организациям.